Мать хватает свой Коран, заворачивает полотенце. Солдат говорит: жалко, говорит, отец в армии, вас высылает. В дверь постучали. Отец встал, открыл дверь. У двери стояло трое солдат с автоматами в руке. Те двое молчали, и начальник молчит. А один говорит: вы предатели, вы продали Крым. В 1944 году, 18 мая, ночью приехали с автоматами и нас депортировали. Всех выгнали из дома. И дети, и старики, и бабушки, все были. И только родились некоторые. Были такие. Бахчисарайские станции посадили в вагоны. И так мы шли 18 дней.